Euromusic Entertainment, группа компаний «Принц» и телеканал «Армения» при поддержке группы компаний «Ташир» представляют. Москва, 27 апреля, 18.00. Государственный Кремлевский дворец. Юбилейное шоу народного артиста Армении Ашота Арказаряна. Юбиляра поздравляют Артур Григорян, Арман Ованесян, Размик Амян, Сона, Луиза Нерсисян, Тамара Петросян, Нерси Киспирян, Моника Назарян, Арсен Сафарян, Сона Рубинян, Форж, Арам Артиросян, Эдгар, Рада Рай, Севак Ханагян, Аво Халатян, Нуне Есаян, Арменчик, Араме, Ранто Хатян, Лалам Нацаканян, Ливон Аручунян, Рафаэль Ерянусян, Андроник Аручунян, Гарик Папоян, Арам МП3, Мрё, Ивета Мукучан, Левон Малхасян, Карен Боксян, Анаит Адамян и многие другие. Ведущий вечера – Гриша Агаханян. Спешите на незабываемое шоу к юбилею любимого артиста. Ведется телевизионная съемка «Вход в вечерних туалетах». Билеты по телефону плюс 7-495-517-50-57 на сайте концерт.ру или в кассах Кремля. Спонсор – дорожно-строительная компания «Р1». Цифровой партнер «All.me» – соцсеть нового поколения. Информационные партнеры «Сонг ТВ» и радиостанция «Восток ФМ».